готовиться. Я, как большой друг людей, решил сегодня такую тему затронуть, как работа над ошибками. То есть все мы вот что-то делаем, потом что-то у нас не получается. Ну и пока суть до дела, хочу вам сказать, решил я немножечко сменить локацию, дабы вот захотелось записать, чтобы как-то это было с выдумкой и интересно вам сами. Вы что-то задумали делать и сделайте окружающую обстановку, ну и, так сказать, все вокруг вас и внутри себя, так, чтобы вам было это интересно что-то делать. И вот, наконец-таки, сегодня я почувствовал, что появилось желание записать, и именно тема это «Работа над ошибками». Ну, сейчас мы с вами почитаем, какие кто там ошибки там делает. Начну с Владислава. Владислав, вот он мне там написал, что вес большой и дело идет там к сахарному диабету. Я думаю, то-то буду писать вам отчеты, что там я съел и прочее. Ну, раза два написал, и что там все. И на этом все и закончилось. Вот если вы за что-то беретесь, то прежде всего надо самого себя дисциплинировать. Это очень важно. Именно самодисциплина позволяет творить чудеса. Вы должны организовать самого себя и заставить самого себя делать то-то, строго идя по плану. И, кстати, для вас, Владислав, я рекомендую вам посмотреть видосик из цикла «Целебная кулинария», где женщина, где-то так же весящая килограмм 120, может и больше, сбросила 40 килограмм веса, если не больше сбросила. Нет, 40 килограмм, по-моему, она там сбросила. У нее был сахарный диабет, она любила вкусненькое, все там такое. Ну, и в программе совершенно два разных человека. Вот то, что было, вот такая вот, жизнь удалась. Знаете, будем говорить, гулянки там. То есть человек, когда вот у него удалась жизнь, он понимает, что она удалась, это значит, грубо говоря, более-менее стабильный доход, хорошая так величина. И плюс, значит, вот раз стабильный доход, значит, как это дальше проявляется. Это значит, вот еда, это вот что-то там изысканное в еде и так далее. Что в конце концов приводит к, оказывается-то, к сахарному диабету, к тучности, проблему с суставами, проблему с этим самым, с лишним весом, сердечно-сосудистые заболевания и все такое. Ну и женщина оказалась молодец. Так что посмотрите этот видосик из цикла «Целебная кулинария». Взялась, сидит стройная, все, сахарный диабет ушел, проблемы с сердечно-сосудистыми ушли, проблемы с суставами ушли, вес ушел. Просто, знаете, вот тупо. Надо встал пораньше, чтобы ты застал биоритмы, как минимум до 7 утра. Особенно те люди, которые хотят сбросить лишний вес. Им очень важно попадать в биоритмы, чтобы они начали на вас работать. Встали до 7, с 6 до 7 утра. И, пожалуйста, самое лучшее упражнение для того, чтобы сжигался сахар, нормализовался обмен веществ, это ходьба. И вы пошли, километриков 5 сделали, то есть где-то около часика. Опачки, все чувствуете, у вас проработалось. И далее умеренное питание. И дневничок этого питания ведите не столько там для кого-то, а хотя бы для себя. Чтобы вы понимали, где, что, что, как у вас происходит. И ведение пищевого дневника особенно важно для тех людей, у которого есть проблемы с пищеварением. Не так работает желудочно-кишечный тракт. Вот, чтобы вы понимали, от чего это происходит. И исключали те продукты или питались несколько там по-другому, чтобы все это дело восстановить. То есть важно проявлять разумность. Вот как сказал Гиппократ. Сильный как лошадь. Гиппократ. Кстати, я тоже, как вы видите, набираюсь соответствующие силы лошадиной. Сказал первое, что первая целительная сила, самое главное, это наш разум.
То есть разум должен вот эту всю инертную систему, знаете, вот эти все наши желания, которые как дети, которые туда хотят, сюда хотят, вы их должны дисциплинировать, иначе они вас уведут куда-то, и вы будете не просто на них работать, они разрушат ваше здоровье, они разрушат дальше, за здоровьем пойдет разрушение судьбы, и вы никому не будете нужны. Теперь идем дальше. Берем вот нашу планшетку и начинаем читать. Вот наш любимый Серджио Матвиенко пишет. Добрый день, многоуважаемый Геннадий Петрович. Что ни день, то не очень хорошие новости с моей стороны. Знаете, а вот у меня очень все прекрасно. Сегодня даже был такой час, где-то, наверное, с 4 до 5, когда я почувствовал, что-то происходит, какие-то изменения в мире, которые касаются и меня. Что-то такое, знаете, есть. Так. Итак, вокруг пупка снова все затвердило. Ну, что ты хочешь, затвердило. То есть вернулось то, что там было, ты вроде погонял. Ну, ладно, давайте я прочитаю, потом еще разок пройдемся. Хотя я и придерживаюсь ваших рекомендаций, не переедаю. На этом остановимся. Вокруг пупка затвердело. Придерживаюсь моих рекомендаций. Сержу, ты уже все перечеркнул выходом из голода. Ты просто-напросто все эти достижения, вот те, которые были, ты их перечеркнул выходом из голода. Особенно тогда, когда объедался. Этого было достаточно, чтобы вот та вся зараза, которая там вроде как отбросила, грубо говоря, большую часть самой себя, но оставила голову у нутрях твоих, чтобы она опять начала отрастать. Сны, ты же видишь сны, какие там сны снятся. Кстати, за тебя ты видишь сны и борются, не просто так. В твое оправдание хочу сказать, не все, конечно, сразу так слаживается, как мы думаем. Но ты начал не с того конца, надо не с голодания было начинать, а вот с той работы, которую ты сейчас проделаешь и которая не удается. Почему она не удается? Потому что ты перечеркнул вот то, что ты достиг вот этим голоданием, запустился работой желудочно-кишечного тракта, сон, значит, пищеварение, опорожнение. И вот этим перееданием глупым все это пошло, как говорится, прахом. Рекомендации не переедаю. Вот тогда это все было. А теперь оно там уже, будем говорить, отросло и, как бы сказать, потихонечку там продолжает все это дело делать. Сейчас держусь групп сочетаемости продуктов. Не надо тебе вот этого сочетаемости продуктов, групп сочетаемости продуктов, что-то там держаться. Тебе тупо надо держаться того, чтобы ты не переедал. Кушай каши. Кашку сварил. Маслица сливочная или солце, там немножечко. И тщательно жуешь, и все это наминаешь. То есть кашу, тушеные овощи. Или сейчас лето, значит, салатик свеженький, потом там кашу. Если салат свежий, то попробуй там дальше ничего не мешает. То есть чем меньше продуктов в одной еде, тем лучше твое пищеварение. И, кстати, лучше всего, вот как-то влияет, когда человек вот на особо совместимостями, еще там что-то, это просто, грубо говоря, каши. Продукт простой, но необыкновенно полезен. Выбираешь среди каш ту, которая ближе к тебе, ну, допустим, вот мне рисовая нравится, гречневая нравится, пшеная нравится, перловая нравится. И добавил там маслица, добавил, значит, если надо, там сальца немножечко. И все. Без всяких сладостей и прочее. Жидкости потребляешь до еды. И ничем не доедаешь. Вот опять-таки не хватает самодисциплины, самоорганизованности. А тут я придерживаюсь рекомендаций. Ну вот, придерживался. Стул как-то не налаживается. Все больше жидкий. Значит, кашки.
И опять, говорит, стул не налаживается, все более жидкий. Расстроено пищеварение предыдущим вот этим перееданием. И восстановить, особенно, знаете, у кого она вот расстроена как бы, в течение жизни, его вернуть не так-то просто. Там засела зараза, ее так просто, знаете, с одного раза и с другого, с третьего, с десятого не возьмешь. Но, тем не менее, все это можно сделать. Тмин обязательно более жидкий. Тминчика еще вот зарядил этот тмин, и значит каждый день тмин. Вот, например, с утра скушал тушеный на пару жмых свеклы вместе с репчатым луком и ложкой чайной меда. Мед на ложке был с горкой, без меда как-то совсем не лезло. А вот ты так сделай тушеные эти, будем говорить, свекла, чтобы она тебе лезла без меда. Вот очень важно, опять-таки, вот это хороший пример, который говорит о том, что люди, они не едят, они пытаются протолкнуть пищу. Вот якобы вот это полезное, мы ее протолкнем, запьем там, допустим, этим там чаем, там компотом, там сидят эту ватрушку там жуют и прочее. Лишь бы протолкнуть. А надо же это все подготовить. Значит, надо сделать так эту тушеную свеклу, чтобы тебе было приятно есть. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорируя о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо, съев которое мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Зачем я вам целебную кулинарию сделал, эту программу? Для того, чтобы вы понимали, что целебная пища, она должна быть вкусной, приятной, полезной и, грубо говоря, лечащей организм. А не просто какая-то неприятная, какие-то лекарства горькие, их надо запить, проглотил и дальше они там все будут делать за тебя. Нет. Голову включать надо, голову. Делайте так пищу, чтобы она вам была приятна. Значит, без всяких там медов и прочее. Так, с лица начал чернеть. Наверное, печенка отказывает. Чернеть, ну, не будем говорить, что там отказывает печенка, не печенка. Хорошего мало, раз человек начинает чернеть. И из-за того, опять-таки, что нету ни самодисциплины, ни вот этих рекомендаций, которые я тебе даю, самые простые, это вот поел умеренное количество пищи и, грубо говоря, вышел. А то до этого, что ты писал, то намешал, то еще там халвой заполировал, то еще что-то там такое. И думаешь, что это рекомендация. Нет, это не рекомендация, это ты сам что-то там понавыдумывал и ешь так. Наверное, без очередного голодания не обойдусь. Зачем очередные голодания делать? Вот я перед вами сижу. Я раньше голодал, вот это ж как написано, что вот голодание, там, сям, пятое, десятое. А я вижу, что после голодания я срываюсь, я переедаю. И я понял, что прежде всего, чем голодать, надо научиться правильно питаться. И если вы научитесь правильно питаться, вам даже может и голодание особо не потребоваться. Питание, вот как раз вот насчет того, чтобы она была умеренная, чтобы вы могли насытиться без всяких, знаете, задних мыслей, а хватит мне пищи или не хватит, может еще что-то съесть, может еще не съесть. И такие вот мысли. У меня, конечно, был сложный период в жизни, когда я занимался тяжелой атлетикой, и мне надо было с моим ростом набирать вес, поэтому я привык вот это вот есть. Разом от 4 до 6 раз в день я там ел, набирал вес, занимался и прочее. Потом надо было от всего этого отказаться, потому что это все не то. Ты ж спортсменом-то не собираешься быть профессионалом. Все, ты стал совсем на другие рельсы. Значит, тебе надо выработать
совершенно иной подход к твоему питанию. И вот это все сделалось. Так что не надо никаких голоданий. Потому что люди, сколько там еще голодали, вот это меня просят, Петрович, ты там это, последи за моим голоданием, то есть все. Голодание прерывает, со мной не посоветовавшись, дойдя до того, когда надо продолжить. Вот кризис начался, а у них там какая-то там, грубо говоря, там инвестиции забросил, работу забросил и еще. Наступит просто-напросто такое время у вас в жизни, когда все эти инвестиции и прочее, да, кстати, вот у меня есть пример, будут не нужны, и деньги есть, и все есть, вы сделали, а здоровья нету. И воспользоваться вот этими богатствами, которые вы там сколотили, состояние и прочее, а вы уже не можете не объедаться, потому что нельзя это делать. Это уже связано с жизнью и смертью. Ни куда-то поехать, ни еще что-то сделать, ни еще что-то делать. И все из-за того, что вы упустили самое главное, фундамент, это здоровье. Это базис, на котором уже делается все остальное. Поэтому не надо голодать, никаких голоданий. Научись питаться. Для этого тебе дается годика два, чтобы ты все это привел в порядок. Понял, на какие продукты ты лучше реагируешь. Как вовремя, будем говорить, остановиться от этой жрачки. Что способствует тебе удовлетворению. Допустим, какая-то физическая нагрузка, ты там подвигался, тебе и есть не хочется. И прочее. Какие там мысли надо культивировать в себе для того, чтобы быть здоровым и уравновешенным. Далее, или стараться дальше лавировать на питание. Ну как лавировать на питание? Вот это лавировать. Какие-то словечки там такие, знаете, вот как бы сказать, проскользнешь или не проскользнешь. Все должно быть под вашим контролем. Никакого лавирования. Встали, опачки, грубо говоря. Прошлись там 5 километров эти там сделали. То есть около часа прошлись. Далее, простая еда, каша, я говорю, Нина, каши мне, бах, каша, немножечко сальца, немножечко маслица, съел, все нормальненько. Нету этой каши, не это, первого, я просто-напросто съедаю там 2 банана, да и все, завтрак сыроеда, и жду обеда, в обед покушал того-сего, все. Без особой мешанины, без всего. Травы меня смущают. А что смущают травы? Что это такое? Что они там в тебя смущают, травы? Какие травы тебя смущают? Вот те, что побуривают, для того, чтобы вот этого гада гнать из-под пупка. Надо и на пупок эту ставить дёготь. И вот эти травки. Не обязательно их много есть. Их надо регулярно, знаете, чтобы они там были. Они там сами накапливаются, аккумулируются и начинают вызывать душняк, чтобы вот эти все, вся эта зараза, которая там имеется, вот эта живность, которая тебя жрет, она не знала, в какой угол забиться, потому что все углы уже в этом самом, в этой траве. И остается только лезть. И я сколько раз вам говорил, что противопаразитарка, это не означает, что вы там курс попили, другой, третий и все. Паразиты в желудочно-кишечном тракте, раз, в крови, два, в тканях, три, в легких, четыре. И вот этот круг проделать, они что-то там потихонечку ж выходят, грубо говоря, в легких лежат. А чем их в легких там личинку там аскариды достались? Да ничем. Она там созрела опять, заглотилась и начинает. То есть у вас уже закончится у вас противопаразитарный курс, который, грубо говоря, там, ну пускай длился месяц. А она только месяц созревала. То есть вы ж понимаете, с кем вы имеете дело. А что касается слизи, грибков, тут еще хитрее. Начинает бегать туда-сюда, туда-сюда. Прятаться от вас туда, где ничего не может это самое взять. Поэтому постоянно, чтобы он понял, ну тут ловить нечего, надо текать и все. Травы меня смущают. Так, может быть, они кишечник в дисбаланс вводят. Ага, кишечник в дисбаланс вводят. Опять-таки, смотрите, если вы что-то принимаете, то
вы начинаете принимать, вот вы что-то там съели, действительно, что-то у вас там стул или еще. Кстати, надо смотреть, а что с вас выходит, если там слизь валит, это одно, и расстроен кишечник из-за того, что сейчас идет как раз вот это вот очистительный кризис, вот эту всю эту слизь из вас гонит. Это одно. Совсем другое там, если действительно там у вас вроде как все в порядке, а вы начали это делать, и у вас что-то там пошло там не так. В любом случае, дозу, у вас же опять-таки разум есть, дозу эту. Регулируйте больше, меньше, меньше, больше, больше, меньше, меньше, больше. И смотрите на свой стул, смотрите на свое самочувствие. То есть вы диагностируете себя. Жизнь – это постоянная самодиагностика. Как вы себя чувствуете? Почему вы себя чувствуете? Что у вас там болит? Что у вас там не в порядке? Почему? Задаете вопрос. А потому что вот то-то, 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 то-то. А то можно все там на травы свернуть или еще там на что-то. Умеренность, дозировку, учитесь работать над собой. Жизнь нам и дана для того, чтобы мы учились, не просто деньги там зарабатывали, а потом их проедали там или еще что-нибудь там делали. А для того, чтобы мы все-таки своим собственным умом думали, как сохранить собственное здоровье и кое-что там приумножить, которое пойдет на благо нам, семье и людям в целом, и планете даже, а не просто так. Или обилие свекольного сока и вареной свеклы. Ну, и свекольный сок, ты сколько ты там говорил, там выпиваешь этого? Я говорил, что вот для большинства, вот смотрите, опять-таки, разумность и достаточность. Достаточно столовой ложки этого сока, чтобы у вас было прекрасное там кроветворение. Если вы больше, вы думаете, что больше, оно не может взять. Это знаете как, опять-таки, если берем машину. Вот машина якобы побегит быстрее, если мы будем туда, грубо говоря, на скорости 60 километров, там, допустим, вливать больше топлива, то оно просто-напросто будет вылетать из трубы выхлопной, она не надо. Для этой скорости вот достаточно вот этой вот смеси. Зачем туда больше пихать? Зачем туда больше пихать, а потом удивляться, что все вот так у нас разлажено. Опять-таки, вот для чего еще дневничок вести? Берете тетрадку и пишите, выпил литр свекольного сока. Что чувствую? Через час пронесло. На следующий день выпил пол-литра свекольного сока. Что было? Через час пронесло. Выпил там через уже какое-то время, через два дня. Выпил стакан свекольного сока. Что было? Через два часа пронесло. А, и наконец-то, когда стал пить столовую ложку, о, как-то нормально стал чувствовать. То есть вы должны вот это как-то у вас отбираться в уме. Вы должны больше работать умом, понимаете, умом надо работать. Это самый главный инструмент у нас, ум. Он нам и дан для того, чтобы мы им оперировали, мы им работали. А потом уже будут подключаться руки, ноги и прочее. Да, непонятно, что дальше. Вот тебе и непонятно, что дальше. Ну, дальше он пишет. Большое спасибо за ответ. Для меня он очень важен. Ватку на попок ставлю, не переставая, с тех самых пор. Каши с утра, в обед и вечер. Опять-таки, каши в обед, с утра, в обед и вечером. Ну, попробуйте в обед, с утра и вечером. Три раза там каши. Для того, чтобы стул нормальный стал. И закрепляющая каша – это рисовая. Вот три раза, грубо говоря, вот вы этой каши с маслом-то, с солью там и едите. А потом уже чувствуете, закрепило. Уже можно там где-то салатик съесть, посмотреть, как это. В случае чего опять к этим кашам вернуться, если ну не хватает тяма. Вечером будет каша из проросшей пшеницы. Ну что это проросшая пшеница каша? Каша из этой самой, из зерна. Она должна быть из зерна. Если это пшеница, то это пшеница. Никаких проростков. Если это гречка, то гречка и так далее. Не надо ничего там проращивать. На данном этапе ничего не надо вам проращивать. Потому что это пока не для вас.
А вот когда салат будете делать, вот туда можно положить, грубо говоря, столовую ложку проросшей пшеницы. Все это перемешать, допустим, помидоры, огурцы или огурцы, свежая капуста и это самое. Вот тогда будет. А так, ну чуть, что тут со своей... Вот, люди... не понимая, думаю, что каша из проросшей пшеницы. Да, ты эту кашу сварил, и эти все ферменты, которые ты думаешь съесть, витамины и так далее, в активном виде, они уже разрушились термической обработкой. А ты думаешь, что я нормально питаюсь. Как, где ты нормально питаешься? Из проросшей пшеницы, она сладкая без меда. Сладкая без меда. Потому что крахмал превращается в солодовый сахар. Поэтому она и сладкая. И не надо там мед или еще что-нибудь добавлять. Что еще можно отнести к ошибкам? К ошибкам это то, что человек начинался, взялся, получил прекрасный результат и потом благополучно забросил. Забросил, все начинается сначала. Ну вот интересный пример. Валентина Мартыненко написала: «После трех чисток печени побуревой вышло много камней зеленых и бледно-желтых. Один дохлый червь длиной 6 сантиметров диаметром, 1,5 миллиметра, многих мелких паразитов длиной 1 сантиметр. Исчезли отеки стоп. Уменьшилась на один размер обувь, ноги отекали, а люди не понимают, а почему это самое вот, ноги отекают, да вот из-за того, появилась легкость в ногах, просто летаешь над землей, потому что снято бремя токсической нагрузки от паразитов. И это же говорит о том, если вы во время чистки, то есть вы восстановили, будем говорить, ну, более-менее чистку, функцию печени, вы почувствовали вот эту легкость, вот это значит отеки ушли, вот это заработал организм, и вышли паразиты. Это говорит о том, что паразитов там предостаточно. И тогда что мы делаем? Мы тогда начинаем принимать противопаразитарку. Одна из лучших форм противопаразитарки – это травы по бабушке буревой. Без трав, которые вызывают послабление. То есть первая часть, которая как раз вот действует там, это укроп, тмин, фенхель, кто там, что-то еще там, четвертая какая-то трава. Вот эти вот. Очень хорошо. Далее, через какое-то время, против слизи использовать вот как раз осину, отвар осины. А можно вот эту вот кору осины измельчить и тоже ты просто-напросто в виде порошка там проглатывать. Кору ивы. Разнообразить вот эти все противопаразитарки. Плюс тройчатку, полынь, гвоздика, вот этот, нуксен. Обычный керосинчик тоже попиваты. То есть что-то лучше воздействует на одно, что-то лучше воздействует на другое, что-то лучше воздействует на третье. Это тоже важно понимать. Далее, Серджио пишет: пью травяные отвары сосна, хвощ, лист, береза, репешок, одуванчик. Вот не надо мешать все в кучу, когда человек и то делает, и это, и то, особенно, знаете, вот лишь бы что-то съесть, вот это полезно, вот все это полезно, и это. И потом не знает, от чего у него расстраивается живот. Если вы что-то вводите, вводите это одно и смотрите, как реагирует ваш организм. И после того, как это одно прошло, отдыхаете, и тогда вводите что-то другое. Так, пора пить мочу. Я тоже увлекаюсь уринной терапией с 1989 года, с 1989 года. Сначала прошла Амстронга и Митхала, ну нормально, там нормально написано, но без углубления, так сказать, во все эти тонкие вещи. Потом ваши книги. Я начала голодать с 1993 года, с 2001 года сухие голодания. Сухие. Вылечила сыну в 97 году астму и гепатит Б. Астма могла быть из-за того, что были паразиты, личинки которых обитают в легких, и, естественно, начинаются вот эти проблемы. Так, и гепатит Б, ему было 3 года. Это как раз вот в такое время заселения организма паразитами. Потом люди удивляются, откуда же это?
руки грязные, иммунитет у ребенка еще не такой сильный, желудочно-кишечный тракт слабый, маленький, и поэтому там очень быстро, и тем более ребенок тянет руки, где он там лазил, что он там лазил, все руками, потом руки в рот. Так ему было 3 года, он пил 2 месяца по утрам по 30 грамм вареной урины. Вареная урина, ну ладно. У ребенка через 10 или 15 минут была рвота слизью. Когда вот это средство, в данном случае упаренная урина, явилось тем фактором, который выводит из организма слизь. И как раз вот эта слизь и провоцировала астму. Как только она вышла, через 2 месяца он был здоров. Вот и все. А если вот эту вот слизь не вывести, а вы обратились в соответствующее учреждение официально, и вот там вам как начнут лечить, опять-таки, о чем я вам говорю, вы уже в видосах видели, что выходит из организма человека. И встает закономерный вопрос. Как можно избавиться от какого-либо заболевания, если вот эта вся мерзость остается внутри организма? Как можно это сделать? Да никак не можно. Временное может быть какое-то, да, и обычно же применяют все более и более сильно. Временно вроде как что-то там перестало болеть и прочее, прочее. Как слизь была, так она и осталась. И все начинается сначала, и человек думает, да что ж там такое? Я просто удивляюсь современной медицине, ее методом, знаете, которые преподносятся как чудо, как какой-то научной мысли, там, допустим, операции, пересадки, там, еще что-то, какие-то супердорогие, там, миллионные эти самые лекарства. А вот, знаете, такой робкий вопрос, а что это другими вещами нельзя вылечить? Вот без всего этого, без каких-то многомиллионных лекарств, без каких-то, знаете, там, операций, там, на сердце, еще что-то. Без пересадки, которая делает дальше человека инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Ну что, что это? Нельзя сделать. Может, там, грубо говоря, даже того же керосина попить, для того, чтобы вот эта слизь вышла, или там урины, и все нормально. А то как и астма развивается, начинают там тоже что-то там подрезать, для того, чтобы там не было каких-то там пазмов и прочее, 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 прочее. Знаете, ум работает, короче, слов не хватает. Анализ показал, антитела гепатита и астма пропала. Ну хорошо, сделали. Ну, с тех пор сын не болеет ничем. Ну и под конец вот такие вот вещи. У меня уже 10 лет зависимость от кофе, потребляю около 500 мл в день, черный без сахара, молока. Можешь, пожалуйста, посоветуйте, как бросить эту страсть. Да возьмите и бросьте. Возьмите просто и бросьте, и все. Но для этого надо созреть, для этого надо себя убедить. Можете поголодать с недельку, чтобы все это там повыходило или больше. И потом не начинать. Сознание слабо, понимаете? Нету самоконтроля. Вот что такое самоконтроль? Это такой же человек стоит сзади меня, который намного сильнее, чем вот этот вот. И если этот что-то начинает куда-то ручки тянуть, кофе или еще там куда-то, он ему только хоп по рукам дал. А тут нету этого. Значит, как принимать соду, семятмина, тройчатку? Пишет, а у меня от соды через неделю заболели почки. Хотя до этого никогда не болели. У коллеги было то же самое. Она жаловалась на почки, потом выяснилось, применяет соду. Я рассказала свой опыт, после отмены у нее боли прошли. А знаете, что это может быть? Опять-таки, это может быть просто-напросто один из вариантов очистительного кризиса. То есть, начались какие-то растворения в почках. И это, естественно, вот эта реакция начинается. Ну, а так, если вы... Ну, не уверены там в себе, не уверены в чем-то, не знаете, как это работает, лучше не беритесь. Вот самое, вот этот пример показывает, что человек не знает, не понимает, как это работает, и вот такое вот. Не надо браться, надо разобраться прежде всего,
что, что, как работает. В заключение вот такая вот, говорит, это комментарий. Голод — это вам не шутки. Грази-кат пишет. Как вы относитесь к употреблению кофе или чая во время длительного голодания более 20 дней? А это уже не голодание. Это уже кофейная или чаевая диета. Вот и все. Это все. Это вы не понимаете смысл голодания. Что должно и зачем запуститься? Какие процессы должны развернуться во время голодания в организме? Вы это не понимаете. И для вас голодание, это, будем говорить, если вы не жуете колбасу, бутерброды, там, яйца, котлеты с картошкой и так далее, вот это значит уже голодание. Надо сначала разобраться, что это такое, а потом уже применять. А без понятия можно просто-напросто себе навредить, при этом думая, что ты оздоравливаешься. Не делайте самозаблуждения. На этом я заканчиваю разбор ошибок в ведении здорового образа жизни. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.